На канале Оля Кекс вышло новое видео, которое называется «Реакция Ирины на реакцию Холибама на глупого парня». И там на превьюшке Ирина кричит: «Ты все не так понял!» «Да я все так понял, Ирина, я все так понял. Ты ушла к другому, к папе глупого парня. Это твой выбор. Живи с этим. Окей, я иду дальше. Но это видео я все равно посмотрю. Мне все равно интересно, что там говорит Ирина». Всем приветики, пистолетики, это я, ваша любимая Ирина. Ну как любимая? Где-то там в прошлом. Сейчас все изменилось. Пишите в комменты, соскучились по моим сольным видео. На канале Холибама вышла видеореакция на глупого парня. А я вам напоминаю, что я снималась в этом сезоне глупого парня, но... Да, мы заметили, мы все заметили это. Новое видео Холибама называется «Меня бросила Ирина». И я сегодня постараюсь объясниться. Постарайся, прошу тебя, пожалуйста. Да-да, ну давайте начинать. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на этот канал. Нет, никаких лайков. Ставьте мне, ребят. На канале Крутой Папа На все еще продолжают выходить. Какая у него красивая шапка. И я ждал, пока закончится третий сезон этого сериала, чтобы посмотреть все серии сразу. Но вы, ребята, завалили меня в комментариях с просьбой о том, чтобы я... А прямо сейчас, ребята, завалите Холибама комментариями, что я смотрю его видео. Ребят, спасибо, что вы меня завалили комментариями, что она смотрит мое видео. Если бы не вы, я бы никогда об этом не узнал, скорее всего. Глупый парень без напряга кубков сделал дофига. О, прикиньте, у глупого парня до сих пор есть ящички в Brawl Stars. Вот это, конечно, прикольно. Знакомься, это Ира, мама новая твоя. Батя по... Хи-хи-хи, да, это я красотка, топ-соска. Я по уши влюбленный с Ирой время проводил, а про собственного сына совершенно позабыл. Холибам расстроился? Ирина? Еще бы не расстроился, Ирина. Я думал, у нас все серьезно, а ты, блин. Да? Как ты могла променять меня на этого? Холибам, давай так. Я тебе звонила целых 2 раза. В итоге я еще и виноват? И ты мне ни разу не ответил. Виноват? А игнорирование это одна из... Ребят, сразу говорю, такого не было. Ирина мне ни разу не звонила, потому что все знают, что Ирина не может никого набрать, не может набрать номер, потому что вы видели ее руки, блин, у нее нет пальцев. Бра. Так что я ничего такого не делала. Скорее ты виноват. Я думал, у нас все серьезно, а ты, Ирина. Ну, Холибам, если ты готов начать все сначала, то знай. Мой рот всегда открыт для разговора. Ирина, блин! Бра. Этот человек бил своего сына, выгнал его из дома, потому... Все так. Ну да, было такое, блин. Да. Потому что... Ничего смешного, Ирина. Ты даже не представляешь, что это за монстр. Я бы... Ну, я верю, что его можно исправить, Холибам, правда, да. Я бы так не... Нет, Ирина, это так не работает. Люди никогда не меняются. Они могут только делать вид, что они поменялись. А на самом деле, он как бил своего сына, так и продолжает это делать. Когда не поступил, Ирина, какого черта? Холибам, ты мне вообще на телефон не отвечал. Алло? Да. Так нечестно! Вот и я о том же, глупый парень, нас продинамили! Батя с Ирочкой в кино, сыну грустно без него. Блин, они смотрят мой любимый сериал вместе про маму киллера. Холибам, наше счастье было очень близко, но мы его потеряли. Так бывает. Но иногда только так можно проверить настоящую любовь. Может быть, у нас еще все впереди? Разжесть! Не знаю, Ирина, мне кажется, наши дороги на этом видео расходятся, но мы будем смотреть дальше, чтобы я не делал поспешных выводов. Ирой, батя в ресторан, а парень ест гнилой банан. Бездушевная резина заарканила... Ненавижу глупого парня. Вот именно, бездушевная... Почему она ненавидит глупого парня? Почему? Резина, я теперь тоже так думаю. Это просто моя фамилия, Резина. Ничего больше. А у меня Форестов, прикольно. А какая у вас? Напишите в комментариях. Зацени, что она умеет. Она много чего умеет.
Да-да, я много чего умею, ведь я Ирина. Чего на Ютубе показывать нельзя. Я красотка, легендарная певица. И самовлюбленная кукла. Бить женщин нельзя, я так скажу вам. Даже резиновых, даже Ирин, которые бросили меня. Это все равно не повод их бить. Спасибо, Хулибаб. Пожалуйста, Ирина. Ты очень добрый. Я знаю. Ой-ой, кажется, глупый парень что-то задумал. Снова этот момент. Я так не люблю это пересматривать, ребята. Я закрою глаза. Тупая кукла! О! Блин! Бедная Ирина, ее здесь все бьют. Я бы так с ней себя никогда не вел. Это слова джентльмена. Я бы реально себя так никогда бы не поступил с Ириной. Хотя уже какая разница, правильно? Ребята, я начинаю жалеть, что у нас с Хулибабом так все сложилось грустно. Хотя знаете, как бывает? На словах ты Лев Толстой, а на деле... Бра! Простой. А? Бра! Но уже поздно, Ирина, ты сделала свой выбор. Я полетела. Я так и знал. Я полетела. В трубу! Что она пустышка. Хулибаб, как ты позволяешь себе такое говорить? Батя меня убьет! Зато я тебя никогда в жизни не бил, Ирина. И хватит мне писать, я все равно не отвечу. Глупый парень облажался, маму новую порвал. Надо срочно все пофиксить, чтобы батя не узнал. С помощью липкого скотча парень дырку залепил. И чтоб Иру накачать, он компрессор подключил. Ну давай же! Какой медленный насос, а шумит как пылесос. Давай работай, охламон. Зазвонил вдруг телефон. Видите, мы с Хулибабом так похожи, нас обоих качает под этот трек. Нет, просто трек очень хороший. Ребят, ставьте лайк, если вас скачает песня про глупого парня. Ты куда пропал с утра? На экскурсию пора. Должен вовремя вернуться, мигом я туда-сюда. Жесть, бедная Ирина, блин. Да-да, я такая несчастная. Хотя чё я её жалею? Не, всё. В смысле? Хулибаб, не говори так. О, ребята, это всё. Подождите, а что это была за рука? Я не понимаю, у Ирины выросли дополнительные человеческие руки, которые поправляют ей прическу? А? Это его девушка или младшая сестра? Я что-то запутался. Это, да, его девушка. Спасибо, Ирина, за информацию. Я знаю, да-да, девушка его... А я твоя, Хулибаб. Нет! Все, забудь, Ирина. Никакая ты моя не девушка. Мне такие девушки не нужны. Сегодня ты моя девушка, завтра глупого парня, папы, послезавтра опять моя. Чел, блин, серьезно? Лучше бы в Brawl Stars играл вместо вот этой науки, блин. Кстати, Хулибаб, я тоже играю в Brawl Stars. Возможно, мы все начнем сначала в Brawl Stars? Нет. Я напишу Оле Кекс и сниму с ней совместное видео по Brawl Stars. Но никаких Ирин больше. Хватит с меня Ирин. Так, знаете, эта часть мультика мне неинтересна. Давайте узнаем, что про меня еще говорит Хулибаб. Давай, ну я там много чего говорил. Много чего тебе не понравится. Дальше отмотаем немножко. Ирина стала гига-ириной. Да, Хулибаб, я... сильно изменилась, поэтому мы можем начать все сначала. Не. Ой, это опять я. Тем временем Ирина сломала не только мое сердце, но еще и вот этот сарай. Да, ребята, несмотря на то, что Ирина опять же таки меня бросила, мне все равно понравился этот сериал. Клёв. Хулибаб, я в этом мире совсем недавно, как ты знаешь. Но... Да. 25 лет. Мне кажется, я поняла самое главное. Абсолютно любой человек, даже Ирина, может ошибаться и заходить не в ту дверь. Но вся наша жизнь... Про дверь смешно было. Ты взрослый мужчина. Я взрослая резиновая женщина. И мне кажется, что еще не все потеряно, Хулибаб. Если ты видишь это видео... Позвони мне. У меня нет телефона, но ты можешь позвонить Оле Кекс. Нет. Я буду очень ждать.
И знай, что всегда, когда я ходила в кино с кем-то или в ресторан, или плавала на дорогой яхте, я всегда думала о тебе, хулибан. Не-де. Я вспоминала наше с тобой свидание. Оно было самым чудесным в моей жизни. С любовью, твоя Ирина. Что скажете, ребята? Как бы вы поступили на моем месте? Простили ли бы вы Ирину? Я вот не знаю. Напишите свой вариант ответа, конечно, в комментариях, но я вот не знаю. Мне придется подумать. Ирина, я не могу тебе просто так сразу ответить. Это очень сложно. Это очень сложно. Поэтому я немножечко подумаю. А вы мне подскажите в комментариях, как бы вы поступили. Итак, кстати, где я? И как я сюда